Привет, друзья! Мы приехали на живописнейшее место в Крыму, на Фиоленту. Вот я надену два крыла, и ближе ты, и ближе ты. Мысу Фиолент 160 миллионов лет. Сюда приезжают не столько для пляжного отдыха, сколько для наслаждения. Говорят, чтобы обойти все живописные местечки Фиолента, не хватит и одного дня. Мы тоже не успели все обойти, но самые красивые и живописные места мы покажем вам. Самый красивый и популярный пляж Фиолента – Яшмал. Вода здесь очень прозрачна, видно каждый камушек. А некоторые камушки по цвету напоминают яшму. Отсюда и название. Мы тоже нашли несколько. Возможно, это и есть яшма. И все бы хорошо, но спускаться до пляжа целых 800 ступенек. Представляете, целых 800 ступеней вниз и 800 ступеней вверх. Это уму непостижимо. Мы когда спускались вниз, пришли, и у нас ноги тряслись. А уж когда поднялись вверх, все потом истекли. Вдоль линии берега находится еще много маленьких пляжей, например, вот этот внизу. Водичка чистая, голубая, даже отсюда видно невооруженным взглядом, с высоты птичьего полета. А какие тут закаты! Посмотреть на них собираются толпы отдыхающих. Поделюсь секретом. Самые красивые фотографии получаются на закате. Вы только посмотрите, какое тут освещение. А какой красивый загар, кажется. Словом, приезжайте на Фиолент, но сильно не рассчитывайте здесь вдоволь накупаться. Ну, или наращивайте мускулатуру. Оставайтесь с нами, подписывайтесь на канал. Впереди много интересного. Пока-пока!